Вот он, остров теней. Екатерина Скулкина. Совершенно недавно я подарила свой голос своим двум персонажам в новом мультфильме «Гоу Феликс». И Лана. Если вы хотите на это посмотреть, то я вас жду. Юрий Стоянов. Очень хороший мультфильм. Стоит попробовать. Который соединяет в себе что-то такое от тех мультфильмов, которые любили еще мы, с тем, что интересует уже наших даже не детей, а внуков. Получай! Мне кажется, занятно, имеет смысл посмотреть. С каких пор коты стали выть? Я вас приглашаю в кинотеатры для просмотра замечательного мультфильма «Гоу Феликс».